Полиции и Нацгвардии предписано покинуть периметр Верховной Рады. Таково распоряжение главы МВД. На своей странице в Фейсбуке министр заявил, отныне он не намерен тратить государственные деньги на подобные спецмероприятия. И, цитирую, не намерен охранять дальше этот хлам под Радой. Напомню, конвой по периметру парламента выставили накануне митинга в правительственном квартале. Правоохранители дежурили 2 недели. А вот по состоянию на сегодняшний вечер из нескольких десятков полицейских приусов осталось 2. Патрулируют только входы и палаточный городок. Внутри сейчас все спокойно. У стен Верховной Рады находятся от силы 30 человек.